Привет, это Реборн. На одном из моих последних стримов мой подписчик Пончик через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик с канала Black Horse, который называется «От первого лица. Экзамен по истории». Давно мы Black Horse не смотрели, раньше частенько выходил у меня на канале, потом перестали собирать они просмотры почему-то, но контентище у них шикарное, поэтому давайте посмотрим, уверен, будет что-то интересненькое. Поехали! Black House. Вот это попадалово, надо срочно ехать в институт. А если я до завтра не успею подготовиться? Задница, капец, трындец, Геф. О, Геф. О, чё, Гернал, стой, ты с какой комнаты? 504. Ага, все, иди, 504. Зачем тебе это надо? Комната. Так. Геф, здорово, а что ты делаешь? Веду отчет, сколько симпатичных джаггернаутов на пятом этаже. Симпатичных джаггернаутов? Прикольно, а у меня проблема. А если быть точнее, то у нас проблема. Ну-ка, какая? По истории. Че, там же будет Виктория Степановна, она нам по-любому закроет. В этом ты... Просто так, да? Я типа без ответов. Прикол, она сегодня написала старости, что еще на больничном. И угадай, кто ее будет заменять. Обидно. Джаггернаут Анастасия Викторовна? В точку. Че, один джаггернауты. Блин, я уже забыл, кого он джаггернаутами называет. Надо что-то думать. Вот-вот. Только это, надо подкрепиться, а то мне на голодный желудок плохо думается. Жиза. Ну, погнали ко мне, у меня как раз на днях была передачка. А фирменные котлеты твоей бабушки есть? Конечно, есть. Как же, а я думал, я уже все так сожрал. Так с этого и надо было начинать. Пойдем. Согласен, фирменные котлетки его бабушки, это, наверное, вкусное. По крайней мере, любые котлетки фирменные вкусные. Погнали. Ну так а погнали. Что делать? Такое чувство, что я этот ролик уже видел. Почему-то мне так кажется. Возможно. Потому что что-то подобное я уже у них смотрел, ну, с экзаменом связанное. Ага. Окей. Я вообще-то Окей. А, за Анастасию Викторовну? Ну, мне кажется, тебе нужно как-то ее к себе расположить. Например, подарить цветы. Ты уверен, что это хорошая идея? Я уверен, что это отличная идея. А я уверен, что это херовая идея. Она подумает, что это подкуп и поставит вам двойку. Анастасия Викторовна, здравствуйте. Это вам. Ой, ромашки, мои любимые. Какие-то огромные ромашки. Так мило с вашей стороны, Коб. Двойку. А я могу тянуть билет? Когут, какой билет? За такой красивый поступок я вам экзамен автоматом поставлю. Ох, если бы всегда так работало. Вот моя зачетка. И все? Не очень знаю, сомневаюсь, конечно. Просто... А где котлетка? Там только рис, по-моему, либо гречка. Тебе не кажется? Мне а кажется. Если все пойдет не так? А как? Ну, например. За такой красивый поступок я вам экзамен автоматом поставлю. Правда? Ага, сейчас. Я ж такая наивная дурочка, что взяла от букетика и растаяла. Вот так 100% и будет. Забирайте свой букет и вон из аудитории. А в смысле, я на экзамен пришел? Не, ну ты сейчас преувеличиваешь. Не, это я еще не преувеличивал. Если бы я хотел преувеличить, я бы сказал, что все будет вот так. Это Ну-ка. Вам. Нет, этот видос я не смотрел точно. Будь здорова. Ромашки, уберите, у меня на них аллергия. Ну я-то об этом не знал. Так что забирай. Фига себе, астма. Ладно, согласен, вариант с цветами не зашел. А вот так. Огурцы хорошо заходят. Блин, теперь я не захотел. Блин, я тоже. Хотя только покушал. Тоже что-то возьму. Так. Так, что я хочу взять? Чё орёшь? Ты чего? По моей ноге пробежала крыса. Да тебе показалось, это просто огурец упал. Огромная черная крыса. Какая еще крыса? Да вон, под стулом сидит. Нет там никого. Да это не крыса, это котенок соседа. Попросил посмотреть, пока он на пару дней крыс... Такая пусть там съездит. Но швабру все равно далеко не прячь. Так, ну что дальше будем делать? Ты пришел и все схомячил. Что делать? Нужно сливать его по-быстрому. Кидал, он пахнет конкретным. Не понял. Я не про кота. Не понял. Сегодня он к родакам поехал, завтра к девушке, а послезавтра этот черный крысеныш уже у тебя же. Так а почему его нет? Он классный. Ты что, аут? Я за Анастасию Викторовну тебя спрашивал. Ага, про Анастасию Викторовну. Ну слушай, так. Если вариант с цветами не прокатил, то нужно играть по-взрослому. Ну-ка, ну-ка, показывай. Ну смотри. Она смотрю. В аудиторию и видит дорожку из лепестков роз. Нифига себе. Ну вот это да. Может, ты туда еще тогда ванну принесешь? Тебе испанского мачо, Николя. Анастасия. Вот это рил мачо. Я вас ждал. Включается музыка и выслива. Викторовна плюс Когут. В ритме танца. Ну и в итоге ты покоряешь ее своим танцем и очаровываешь ее. Пятерка тебе обеспечена. Какой еще испанский мачо Николя? Ты что, хочешь, чтобы я словил кринж? Я уже словил. Ну, если это нормальный варик, тогда ты будешь испанский мачо. А я не могу. А как это ты не можешь? В смысле? А кто может? Ты испанский мачо 100%. Почему? Так я это...
я и так уже хач. Где ты вообще видел испанских хачей? Почему-то, мне кажется, бывает. Сомнительная отмаза. Ну ладно, а если на кафедру... Есть же французские чернокожие. Французы чернокожие. Например, Светлана Анатольевна. Кого? И что? Придержимся плана. Ты очаровываешь ее, и вы сливаетесь в ритме танца. Это было дичь. И зачем? Что значит зачем? В следующем семестре не придется закрывать социологию. Нет, это фигня какая-то. Я не хочу в этом участвовать. Я тоже. Ну ладно. А знаешь, как я могу тебе подсказать, как это сделать? Выучить и идти сдавать. Че, ты уже котлеты начал хавать? Ну а что, думать же надо? Он, мне кажется, ради этого вообще сюда и пришел. Думай быстрее, а то я так вообще без хавчика останусь. Слушай, а что если... Николай Когут, ваш лучший студент. Он отлично знает историю. Она даже не смотрит на них, куда-то мимо. И прямо сейчас вы поставите... Или на него. ...экзамен автоматом. Опа. О, бача. Геф, ты что, дебил? Какой еще гипноз? Че, между прочим, меня так бабка деда пить отучила. Нифига себе, серьезно? Правда, на 2 дня. Ну, все-таки помогло. И то потому что в закрытом подвале держала. Да ладно, это не помогло. Ну, все же. Да нет, окей. Фигня какая-то. Ладно, если по-хорошему не работает, будем действовать по-плохому. Каким образом? Угрожать? Если... Смотри. Я ну-ка. Вырываю у нее сумочку из рук и убегаю. Она начинает звать на помощь. Кто-нибудь помогите! Кто-нибудь помогите! Офигенно зовет на помощь. Ты такой? Я верну вашу сумку! Ты бежишь за мной... Как-то странно ты бежишь. За углом мы разыграем максимально правдоподобный концерт. Ну, на который, конечно же, она поведется. Так. Все, простите. Простите. Ну, а потом ты как герой возвращаешь ей сумку. Фига себе. Это ваша сумка. Супермен. Хогвартс, вы мой супергерой. Теперь автомат на экзамене ваш, как и мое сердце. Ну, не знаю, учитывая наш предыдущий опыт с Екатериной Павловной, все может пойти по другому сценарию. А какой там был опыт? Подожди, а тут что может пойти не так? Ну... Офигеть. Действительно, неправильно поняли, блин. Ты чего? Меня твой крысёныш укусил. Не кусает он маленький. Не крысёныш, а кот. А ведёт себя как крысо. Блин, достань кота, я хочу на кота посмотреть. Не слушай его. Молодец. Как-то ты успел себе сделать чай. И ты что, взял мои эклеры? Вообще хрен. Я эклера захотел. Ну что, у меня мысли не идут, и я нервничаю. А когда я не... Чё ты сожрал, блин, как этот? Да хрена, ты бездонная дыра там, что ли, какая-то? Мне нужно сладенькое. Мил. Блин, опять под шкаф залез. А ты переставай жрать и давай включай мозг. Тебе, между прочим, это тоже нужно. А ты не дави на меня. Между прочим, я с Анастасией Викторовной отношения портил. Поэтому это только тебе так нужно. Ах, вот как ты заговорил. Взялся, все сожрал, и это и сзади дает. Ты еще скажи, что сюда пришел чисто пожрать, и только... Ну так он вообще сюда и пришел, для этого я уверен. Делаешь вид, что мне помогаешь. Ну да конечно. Да заткнись ты уже, задолбал. Подожди-ка, а это ну-ка. Идея. Пожрать и уйти? Что еще за идея? Будь готов в 23:00, встречаемся возле дома Анастасии Викторовны. Адрес смс-кой скину. Откуда ты знаешь ее адрес? Ты уже у нее был? Я пошел. Да стой, может объяснишь хотя бы что-то? Это я возьму с собой. Да ты охренел, ты не ставил мне еды. Мяу, мяу, мяу. Нифига не похоже на кота. А ну пошли вон, коты паршивые. О, вот так вот еще 4 часа, и завтра она экзамен точно проспит. А почему только она это выглянула, а все остальные? Так вы тоже его проспите. У нас проблемы. Как яя? Как яя? Блин, а я хотел посмотреть, что будет на экзамене, а это в конец? Что-то как-то нечестно. Тогда нужно играть по-серьезному. Это как вообще? То есть по-взрослому. Давай. Накидывай. Ей, по-моему, хорошо. И раз. Поехали. 1, 2, 3, голова. Развернулись. 1, 2, 3. Куда ты смотришь? Ковыт, вы мой супергерой.
Теперь автомат на экзамене, как и я. Как и я. Вот именно шакал. Это шикарно было. Блин, соскучился реально по ним, давно их не смотрел. Офигенный ролик получился, как обычно, у Black Horse. Спасибо им большое за контентище. Огромное спасибо Пончику за то, что попросили меня посмотреть этот видосян. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока!